Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать текст Big Cat's Diary. И ссылку на начало я поставила в описании видео, поэтому там можно все посмотреть. Итак, that's how it is on the drives. A new creature every time. We get giraffes, then a crocodile, then a buffalo. But my favorite morning is the walking safari. We set off across the plain with the armed guard. Rocky tells us the golden rule. Never run unless I say so. And if I say get up the tree, get up the tree. Вот как обычно бывает на таких автомобильных прогулках. Новое животное каждый раз. Мы фотографируем жирафов, затем крокодила, затем буйвола. Но самое мое любимое утро – это пешее сафари. Мы отправляемся через равнину с вооруженным охранником. Рокки говорит нам золотое правило. Никогда не бегите, пока я не скажу. И если я говорю «лезьте на дерево», значит «лезьте на дерево». Итак, что у нас здесь интересного? Ну, по большому счету, здесь, наверное, ничего такого нет. Creature – животное. В принципе, здесь можно было сказать animal. Но creature красивее. Существо. То есть живое создание, живая тварь какая-нибудь. Я напишу животное. И по большому счету здесь можно было бы поставить слово animal. Далее. Далее get. Значит, дело в том, что поскольку речь идет о фото-сафари, это фотографы, они фотографируют животных, то я перевела это фотографируем. Но здесь get – это волшебное слово, которое переводится в зависимости от контекста. Поэтому смотрите контекст. Не факт, что get будет переводиться словом фотографировать где-нибудь в другом месте. Далее. Walking safari, we set off. Set off – это выражение. Set off – отправиться. Отправиться в путь. Вот так вот это будет переводиться. Отправиться в путь. Значит, across the plain. Через равнину, то есть поперек. Поперек равнины. Значит, guard – охранник. Проводник, можно сказать. Но здесь не guide, а guard, потому что он вооружен. Далее золотое правило. Get up the tree. Так, ну здесь как бы все ясно. Едем дальше. The next morning, two other guests boast about having seen a leopard and her cub. We look at pictures on their digital camera. I'm really cross because there probably won't be any sighting for ages. And tonight is our last night here. But I'm still hoping for a lucky break. На следующее утро два других гостя хвастаются, что видели леопарда, ну, самку леопарда, скажем так, и ее детеныша. Мы смотрим на фотографии на их цифровой камере. И я очень сильно или реально, ну, реально не очень тоже красиво, я действительно очень сержусь, потому что, наверное, не будет другой такой фотосессии целую вечность. И сегодня наша последняя ночь здесь. Но я все еще надеюсь на счастливый случай. Итак, значит, здесь куча интересных выражений. Значит, boast – хвастаться. Обратите внимание, что мы говорим «хвастаться чем-либо». У нас нет предлога. Они говорят с предлогом «boast about having seen a leopard and her cub». Вот это все выражение. «Хвастаются чем-то». «Хвастаются». «Хвалятся». «Хвастаются». «Boast» – это «хвастаться». И дальше обязательно должно стоять слово «about». И чем именно. А потом уже чем именно они хвастаются. Далее, ну, смотрим на фотографии. «I'm really cross». Вот это тоже интересное выражение. «Я сержусь». Или «я реально сердит». «Cross». Кросс – это не только крест и не только поперек чего-нибудь, это сердит, раздражен. А далее, probably, наверное. Значит, далее sighting. Вот это слово sighting, оно такое интересное. И по большому счету я не очень уверена, но я просто перевожу его по контексту. Значит, здесь sighting – это вид. Значит, наблюдение чего-либо. Ну, я бы сказала, я перевела фотосессия, потому что просто речь идет о фотографах. Поэтому я перевела фотосессия. Но если вам не нравится фотосессия, можно сказать зрелище или наблюдение. Как вам больше нравится.
Далее for ages. Целую вечность. Это бесподобное выражение. Целую вечность. Дальше после целой вечности у нас, значит, наша последняя ночь. И дальше интересное выражение lucky break. Lucky break – счастливый случай. Lucky break – счастливый случай. Вот таким образом. Далее следующий абзац. Случай. О, вот так вот. This time we are out with Zebron, but after just a few minutes our jeep gets stuck in a muddy rail, on a muddy trail. It takes ages to dig us out, and my heart is sinking. Then it starts pouring. We sit in the dark while my dad complains about the rain, and then suddenly two impala hurtle from the bushes. В этот раз мы поехали с Зиброном, но спустя несколько минут наш джип застревает в грязной колее дорожной. И уходит целая вечность на то, чтобы откопать нас из этой колеи. Мое сердце совсем упало. Начинает лить дождь. Мы сидим в темноте, тогда как мой отец жалуется на дождь. И затем внезапно две антилопы выскакивают из кустов. Итак, что мы имеем здесь интересного? We are out. Мы выезжаем, мы в дороге. Или в этот раз мы поехали. Вот так вот это можно переводить. Мы поехали куда-то там опять. Уже на этот раз еще с одним зеброном или зеброном. Еще один проводник. Далее. Our jeep gets stuck on a muddy trail. Обратите внимание, что мы говорим «застрять». В колее. Они говорят застрять на колее. Ну, что на это сказать? Get stuck. Застрять. Речь идет о машине. Застрять. Далее, слово trail. Слово trail может означать след, но речь идет о дороге, поэтому здесь колея. Наезженная колея. Колея. Далее, что у нас здесь еще? It takes ages to dig us out. Уходит целая вечность, чтобы нас откопать. Уходит масса времени или вечность. Вечность, чтобы. И дальше, чтобы, что именно. Значит, мое сердце совсем упало, так сказать. Ну, можно как сказать. Ну, да, пожалуй, сердце у меня упало. В общем, я потерял всякую надежду. Вот так вот это можно. Далее, starts pouring, начинает лить дождь. То есть, здесь почему не сказано it starts to rain? Можно, конечно, так сказать, но pouring, он говорит, для того, чтобы показать, что дождь начинает лить просто стеной. Это Африка, поэтому там уже, если идет дождь, то по-настоящему. Starts pouring. Можно перевести как начинает лить, как из ведра. Начинает лить. Как из ведра. Далее сидим в темноте. Complain. Жаловаться. Complain. Жаловаться. Далее. Что там еще интересного? Так, и внезапно, suddenly, внезапно, hurdle. Выскакивать. Выскочить. То есть так, абсолютно внезапно, вот выпрыгнули. Выскочить. Далее, следующий абзац. Moments later, the leopardess springs out behind us. We all sit in absolute silence and stare at her. Leopards are much stronger than lions, and she looks incredibly powerful. After giving us a long show, she darts back into the bush. Awesome! We are soaked through, but I don't care about that. Mom and I sing and dance as we head for the camp. We saw a leopard, we got a picture. Итак, несколько секунд спустя, значит, ну, леопардиха, будем так говорить, или самка леопарда, выпрыгивает сзади нас. Из-за нас, если дословно. Мы все сидим в абсолютной тишине и... уставившись на нее, то есть смотрим на нее. Леопарды намного сильнее, чем львы, и она выглядит исключительно сильной. После того, как она нам долго перед нами стояла, она кидается в кусты, потрясающе.
Мы промокли до нитки, но меня это абсолютно не волнует. Мама и я поем и танцуем, когда мы идем, направляемся к лагерю. Мы видели леопарда. У нас есть фотография. Итак, что у нас здесь? Значит, здесь у нас слово spring, выскакивать как пружинить, как из пушки. В отличие от слова hurdle, которое тоже выскакивать, то hurdle это просто выпрыгивать, а это выскакивать, вылетать пулей. Вот, вылетать пулей, можно было сказать, вылететь как пуля. Далее, что еще здесь интересного? Сидим в абсолютной тишине и stare at here. Stare – это пялиться на кого-то или на что-то. Stare at – то есть уставиться на кого-то немигающим взглядом. Уставиться на. Далее, леопарды сильнее. Incredibly powerful – невероятно сильный. Вот не исключительно, а лучше невероятно. Incredibly – невероятно сильно. Далее, giving us a long show, если дословно, давая, после того, как она дала нам долгое шоу, ну, ясно, что мы так не говорим, поэтому после того, как мы долго на нее смотрели, здесь надо немножко перевернуть предложение. Дальше, dart back, dart, кидаться стрелой куда-то, метнуться куда-то, поэтому слово dart, кидаться стрелой. По направлению куда-то. Awesome. Потрясающе. Потрясающе. Далее. We soaked through. Промокли до нитки. Мы промокли до нитки. Но мне все равно. I don't care. Бесподобная фраза. Люди ее любят употреблять. I don't care about that. Мне все равно. Меня это не волнует, если дословно. Меня это не волнует. Мне все равно. Так, ну дальше, в принципе, ничего такого. Head for the camp. Направляемся в лагерь. Направляемся в лагерь. В лагерь. Так, ну и в принципе, все, больше ничего такого. Вот такой текст. Маленький, да удаленький, интересный, про природу. Кому интересна природа, тому и интересен будет, наверное, текст. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.